Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Stalkers of Pripyat, модификацию Мизери. Мы находимся на Скадовске в предыдущей серии. Мы пробрались сюда с довольно большими проблемами. Сейчас я смотрю, здесь что-то как-то туманисто, что ли. В принципе, делать нам тут особо нечего. Я бы, конечно, хотел поспать. Поспим и будем выступать, я думаю. Где-то часиков до 6. В моем положении скрытности, я думаю, это будет самое лучшее. Ну, то есть кто-то опять скажет, там ночные серии. Ну, да, ночные. Потому что днем тут ходишь, просто прилетает, и ты такой, что? Знаете, что мы сегодня сделаем? Сегодня мы примкнем к бандитам. Ой. Там что, выброс, что ли, идет? Ты их запомнил, Коль? А что ее запоминать? Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Ну, и чё? Со всеми вопросами, опа, блик, бригада. Нарисовался. Ты чё, пацанчик? Запоминай, я султан. Все, что здесь происходит, я либо контролирую, либо скоро буду контролировать. Хочешь хорошо жить, работай на меня. Не хочешь, будешь жить плохо. Вот так. Какую работу ты можешь предложить? Выгодную? Тебя чего кликнули? Ты человек новый, пока контакты меня оброс. Хотя мог бы подняться быстро, мог. Интересует, что мне искать по этому поводу? Интересует. Тогда смотри сюда. Есть маза пару сталкеров, бороды на валюту поднять. Главное, что делать и тихо, шороху под него не намечается. Короче, придешь с пацанами ночью к Шевченко. Ну и пока клиенты будут тупить, возьмешь у них положенное. Нам выгода, тебе персональный авторитет. Уловил? Хорошо. Вон костец стоит, ты перетри с ним за детали. Бывай. Ты заваливай, перетрем. Султан говорит, вы сталкеров хотите тряхнуть. Я с вами. Отлично, подваливаю к Шевченко за полночь. Мы тебя будем ждать. Только до утра не тяни. Отвечай, кто такой, быстро! Лучше я с тобой побуду. Когда ждемся полуночи, покажешь мне дорогу к Шевченко. Может, самому пойти, я не знаю. Молчал, так я ж не мой. Шевченко поблизости здесь. Ты даешь. Бывай. Так, а время мы можем посмотреть вот здесь. Сейчас у нас 7 вечера. Ну а что, давай я поспим чуть-чуть. Тот стрелял. Так, хорошо, я, конечно, не знаю, может, я как-то... Кто-то стреляет на Шевченко именно. Тут недалеко это все происходит. Шевченко, насколько я понимаю, в 200 метрах на юг от нас. А нет, на запад. Так, ну ладно, спим. 23. Нет, до 12 и поспим. Если что, начнут без нас. Если уже поздно будет, то идите в болото. Так, ну и в принципе все. А, как темно. Ничего не вижу. Я же заблудился. В кого они там лупят, непонятно. Так, а он уже ушел. В общем, да? Выкладывай. Так, вон туда надо подваливать. Хорошо, выдвигаемся. Дождик идет погано. Но будем надеяться, здесь мы свой первый капитал заработаем. Ушечку там, я не знаю, нам ему туда надо. Оружие, кстати, подождите, я в безопасности пока. Оружие же ломается, нет? Ну, пока я не могу сказать, что оно ломается, но, скорее всего, так и есть, просто здесь не отображается. А если не ломается, то нашим легче. Да, вот это темень. Так, подожди, это что за значок у меня, интересно? Это я, типа, кушать хочу? Где бы это наглядно отображалось, конечно. Я не знаю. Восстановление сил. Значок непонятный. Судя по всему, хочу кушать, но подождем пока. Посмотрим, что будет. Так, двигаемся вон. Да, офигеть просто. Из темноты выруливают такие. Ночью тут что-то навоевать, ой, не знаю, ребят.
Я в 2 метрах от меня люди проходят, их не увижу просто. Под дождем еще. Это собака, что ли? Парни, пацаны, вы где? Я совершенно не заметен с фонариком. Вон он стоит. Наверное. Ну чё, погнали? Ща мы их быра. Ты, главное, не ссы. Погнали. Так, сейчас пролагается это все дело. Не ссы мы их. Мы же тихо, это... пацаны. Мы же бригады. Так, я сохраняю. Сейчас вам опять еще за их придется послушать. Я не знаю, что с этим делать. Оно никак не решается. Я уже и файлы подкачки, и патчи устанавливал. С патчем, по ощущениям, она только хуже стала работать. Так, парни, вы где? Парни. Они так незаметно идут, и я с фонариком. Ну, у меня нет прибора ночного видения. Я просто ничего не вижу за полночь. Как мне еще воевать-то? Давайте, парни, я с вами. Понесла! Как тут что-то вообще можно увидеть? Я ничего не вижу, это пипец. Выноси, сволочей! Лови, педрила! Нормально. Ощущение, что наши сейчас отхватят, потому что вот уже один лежит. Так, это хорошо. Это тоже. И это. И это. И это. Глеб звездец. Получилось звездец. Тихо. Так, еще одного увольнули. Сталкера. И я тут с фонариком и с болтиком хожу. Блин, ну пистолет, конечно, несерьезный вообще. Подобрали. Но, по крайней мере, продать, я думаю, можно будет. Кто-то, смотри, еще есть там, да? Ты же наш? Будет прикол, если не наш. Я не отличаю их особо. Мочь от нас! Ща, пацан, несы. Блин, я не знаю, со спины... Опа! Всё, допрыгался! Одного, по-моему, кончил. Да. Скотина, 6 патронов. Кранты тебе! Мне-то? Я как бы не сомневаюсь. Там еще нычка какая-то есть. Я просто в освещенном пространстве, я по-другому не могу. Ой-ой-ой, где я вообще? Где я, блин? От нас не спрячешься! Я не прячусь, я не вижу ничего. Твою мать! Давай. Нашего убили! Ой-ой-ой, я своего убил, да? Вот это фиаско. Так, патронов тебе есть, патронов тебе нет. Отлично, и в тебе. И в тебе нет. Граната прилетела, мне хана. В такой начине, честно говоря, я сомневаюсь, что что-то можно вообще навоевать. Потому что сейчас я иду вперед, но я не вижу, куда я иду. Я с перепугу высадил рожок своего. Ну, в принципе. Вот, да. А можно, интересно, как-нибудь подписаться на это за полночь, а прийти днем, потому что я ничего не вижу. Вообще ничего.
Ладно. Ну, в принципе, неплохо получалось. Я уже, как видели, наварился. Можно было уйти просто. С этими пушками. Задание-то было отменено. Ну, хотя оно было отменено, потому что я свою увольнил. Надо запомнить, что наши в плащах, а не наши тоже в плащах. Ночью, где нет освещения, стреляют друг друга, убивают с двух выстрелов. Сталкерский журнал. Ладно, не до него. Так, ну чё, парни, погнали. Я манал такой гейминг. Парни уже погнали, походу. Да. Я так понимаю, просто они без моей помощи навоюют, но немножко. С моей помощью множко, по идее, должны. Но. Давай, давай, урабатывай. Люди, вы где вообще? Это наши лежат? Замечательно, я считаю. Хорошо повоевали. Парни, это, я считаю, просто... Давай быстрее, у нас быстрее. Отлично. Хорошо, пацан. Так, я, короче, сейчас беру он с того трупа вещи и ухожу отсюда, потому что я в такой ночи воевать просто не могу. Еще, ну, блин, моя жадность. Какой отбой? А я-то, по сути, в них не стрелял. Может, они не будут злиться на меня. Привет, мужик. Не убивай, пожалуйста. Я не хотел. Так, слушай, они меня не трогают. Подожди, слушай, это мои трофеи. Ну, теперь у нас есть пушки, и, судя по всему, появятся деньги, и я собираюсь вернуться на Скадовск. Нечего добро пропадать, я так вижу. Ай, да что ж ты делаешь-то? Короче, навалить. Мне не нравятся эти звуки, честное слово. Но, по-моему, все прошло как нельзя лучше. И те меня не считают за врага, и бандиты, по сути, я и бандитов не стрелял. И при этом я там подобрал СВУ, судя по всему. Осталось только свалить. Идеально. Ничего не делал, ничего не видел. Клёво. Так, это я правильно иду, нет? Да, правильно. Давайте притопим. И сейчас кровососа, да? Вот это будет смешно. Необходимо передохнуть. Нет, мы будем ползти, потому что, блин, вон он уже. Очень тяжело, конечно, с такой ношей ходить. Сейчас меня можно голыми руками брать. Вон выносливость в левом нижнем углу, видите? Я вообще ползу практически. Вот знаете, вот именно вот, вот эта вот дикая сложность, и я бы даже сказал, это не сложность, это скорее реализм. Игра вообще с того не цаскается, она тебе показывает, как бы ты себя чувствовал именно на зоне. Ты бы там не прожил бы 5 минут. Вот это круто. Вот это вот куча деталей, которые добавили. Все как надо. Мужики, свои, не стреляй. Ох, как тяжело же. О, у меня жизнь от этого убавляется. Отдыхаем. Что-то есть поблизости. Интересно, а если я сплю, отдыхаю, то у меня жизнь восстанавливается? По-моему, да. Ой, что ж ты пугаешь ты меня так? Это те, которые отстрелялись. Так, все, почти дошел.
Какая же темень, это пипец. Такая темень, по-моему, только в Дейзи есть. Все. О, кое-как. Так, передохнем, тут уже почти дошли. Сейчас зайдем, сохранимся и начнем смотреть, что же у нас по луту там получилось. Фу. Слушаю тебя! И кто же ты к нам колеса катит? Это чтобы у нас шмагло. Не получилось, извини, не шмогла. Живы будем, пересечемся. А хрен знает, лучше бы нет. Ты посмотри, сколько всего я набрал. СВУ, АСС, снайперская винтовка, укороченная автоматическая, с сошками. Так, а патроны к ней у меня... Патронов к ней у меня нет, да? Боеприпас 7,62 на 54. Так, я таких, честно говоря, не наблюдаю. Можно будет купить, по идее, сейчас вот это вот все продадим. ТТ, культовая советская огнестрельная. Беретта новая, но на нее нет глушителя. А, на нее есть глушитель? Или на нее можно поставить глушитель? Вроде стоит. Так, короче, этот мусор снимаем и забываем. От того, что облом. Форт 12, изношенный. Пистолет, получивший обозначение, был выпущен на Украине. Да, хороший пистолет, кстати. Швейцарский нож. Вот это мне пригодится. Блин, кучу всего набрал, да? А вот это мне интересно зачем. Ремкомплект брони. Это мне скорее продать. ТТ. Еще, по-моему, я Desert Eagle видел. Да, вот он. Короче, сейчас невозможно снять глушитель, конечно, его порвет просто. Приходит долговец к Кардану, технику. ESP компакт оставляю себе. Мой заказ. А когда? Не шебурши, и так башка трещит. И достает три пистолета. Вот, смотри, повысил точность. Так, а на ESP патроны новые, маловато, но я думаю, мне хватит. Ведь могут же еще руки с пузырем другим. Остальные патроны надо продать. Да нет, машинки блеск, без вопросов. Но... Not bad, not bad. Уже что-то. Да это, я же вообще-то пулемет. Так, сохраняемся. Пулемет. Так, 17.05. Время сейчас у нас. Хорошо. Как говорится, добро пожаловать на бо... Здравствуй. Друг прекрасный. Да это, конечно, круто все. Нельзя с ними по-хорошему. Ну, а за сколько ты, допустим, вот это возьмешь? 769? Они по-хорошему. Они нас убивают, и мы их убивать будем, чтоб дошло. Так. Подожди, патроны к тебе такие. Подожди, сначала нам надо посмотреть патроны на СВУ. Если нет, то смысл это вообще? Ну, сюда, вот они. Зона. Нам больше и не надо, по сути. Точно других больше нет. Вот так вот. Вот такое, знает кто? 2500. Ну ты барыга, конечно. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Так, ну в принципе там можно все продавать. Подожди, отсюда. Приходит к профессору и говорит: слышите, а вы меня только колеса заменили, да? Вот очочки поправил, и ему так осторожно. Так, выход, короче. Почему вы потом тут решили, что препарат был заменен? А сталкер, пока. Как это? Я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавать. Соединить глушитель. Разрядить. Вот это знато, чувак. Соединить глушитель. Хорошо. Теперь по новой давай. Я, значит, тебе отдаю ТТ. Отдаю тебе Скорпиона. Это что, бинокль? Бинокль мне понадобится. Desert Eagle мне в принципе не нужен, потому что новый ближний бой здесь, он не канает как бы. О, прикольная винтовка, да? Гивер немецкая. Так. Вот, Берет слушайте. Отдаем. Берета прокачанная, по сути, неплохая. Господи, ну 10 заповедей, это же очень много. Давай парочку уберем, а? Копыта кабана. Ну хотя бы вот это. Не прелюбодействуй. Господь, Моисей, не торгуйся. Неплохо, да? Что? Где здесь написано «не торгуйся»? 60 целых. Хвост собаки. Вот это продадим. С артами тут, конечно, пожирнее будет. Только вот Сидоровичу не скидали. Так, лады. А у местных цены... Что еще тут? Ёлки. Да если подумать, тут выгоднее картошку на продажу сажать, чем хабар. Игра в карты. Окей.
Это я, в принципе, тоже думаю. У меня чисто название коробит. Да ну нафиг эту какашку отсюда. Фляга с очищенной водой. Противопехотная мина. Зачем она мне, не знаю, но пусть лежит. Хотя весит, наверное, дофигища. Ну да, кило практически. Давайте продадим. Сказал бы, кто месяц назад, ни за что не поверил. Так, что дальше? Патроны к этим пушкам. На мою эту пушку свои патроны, да. Так, это тоже убираем. Что там, по-моему, выброс идет? Добраться бы до Припяти. Столько всего про нее слышал. Флот отдадим. А видеть долго и не видел. Так, глушаки остаются. Глушитель Evolution. Теперь нам... Это что? Это ножик. Ножик. Ножик тоже остается. Так, эти патроны подходят сюда, да? Отлично. Так, противогаз это мой. Все смеются, поняли? Комплект приготовления еды, удостоверение, гранаты. Нет, гранаты пусть будут, пригодятся нам, может, мало ли на кого там нарвемся. Короче, в принципе, все продали, что хотели. Теперь давайте набирать патроны на СВУ. Одно другому не мешает. Хорошо. Я не думаю, что я буду часто их использовать, но они должны быть. Итого, в итоге у нас получается вот какой неплохой бартер. Я же тут вон сколько неба копчу. Я и друганы мои. 13 штук. Неплохо живем. Так, минералочки. 820 рублей. Спальный мешок, может быть. Это у меня, что ли, такие звуки? Привезли как-то одного из чего в зону. Че происходит? Че такое? У него украли. Почему я умираю? Я не понимаю, почему я умираю. Так, нужно пожрать что-то купить. Не знаю, даже водку пить, что ли, для таких дел. Насыщение. Это, конечно, от радиации нужно использовать. Блин, я просто... Я еще не знаю, как тут что работает. Давайте найдем мне упаковку. Такое ощущение, что мой персонаж задыхался реально от чего-то. Это жутко. Мужик, дай что пожрать, пожалуйста. Старый кусок хлеба. Не рекомендуется. Блин, да мне сейчас помидошки, во. Кукуруза. Вот на две штуки купим. И одну сейчас сразу съедим. Так, пока. Теперь. Похоже, я просто не кушал, действительно. И от голода меня начал крыть. Хотя могу и ошибаться. Нет, ты посмотри на него, ему реально плохо. Что происходит? Могу понять, что значит этот значок. Может, тут написано. Давайте-ка мы сохранимся, потому что, блин, сейчас умру и не пойму, от чего даже. Давайте попробуем поспать. Что-то нашему герою. Подожди, а вот так вот в противогазе... Да нет, он тоже тяжело дышит. Вот, слушайте. Что с тобой, касатик? Почему тебе так... Ого, стреляет кто-то. В стену стучатся пули. Давай до 9 утра. До 9 утра поспим. Нет, по-прежнему проблема. Большие проблемы. Что за война идет? Мешается он есть. Вот этот значок, я не пойму, что он значит. Может, я как-то
Давайте почитаем. Общее состояние здоровья может быть лучше описано как способность к дальнейшей жизнедеятельности, движению вне зависимости от обстоятельств. Зона – неумолимое место. Хотя многие говорят, оставь надежду всех сюда. Так, поверхностное огнестрение ранения не будет вас полностью обездвиживать. Это все равно вызовет боль. Боль опасна абсолютно для всех. Она способна остановку. Шок, потеря сознания, физические выгорания. Я не понимаю, честно. Честно, не понимаю. Значок, он похож на глазик какой-то. Что же со мной не так? Может, у меня рваная рана есть? Да вроде мне. Так, вот по этим значкам, видите, заживление раны один значок, насыщение другой. Это то есть я зря кушал. Давайте посмотрим. Что же это может быть? Это не радиация. Что же я подхватил такое? Восстановление здоровья. Может его использовать, кстати говоря, сейчас. Это что? Марихуана. Это тоже не наш случай. Да блин, такого значка попросту нет. Пластиковая банка с золотыми зубами в перемешку с песком. Излюбленное занятие бандитов — выбивать зубы павшему. А, это мы у бандита подобрали, похоже. Хорошо. Я, в принципе, не голоден, вроде как. Если так посмотреть. Тут такого значка тоже нет. Вот и гадай теперь, что со мной вообще. Даже не знаю. Прибавим жизни и посмотрим. Поможет, нет. Долго будет происходить? Нет, не помогло. Но жизни прибавляются, по крайней мере. Давайте выйдем наверх и посмотрим, какого черта. Надо будет на тап инвентарь поставить. Я люблю так делать. А, там плоть, походу. И сталкеры гуляют, да? Смотри, у них там серьезная заруба. Я патроны, конечно же, тратить на это дело не буду. Но сейчас можно пойти и... Нет, понасобирать не получится, потому что они сами не дураки собирать. И вы знаете, теперь с такой снайперкой, несмотря на то, что я не особо хорошо умею ей пользоваться, я могу сходить туда наверх и попробовать поубивать бандитов. Не бандитов, вернее, наемников. Мне нужно у них PDA получить, помните? Даже не знаю. Так, у нас сейчас будет выброс. Блин, а там кто стреляет? Опять же зверье. Кабанище. Нашего завалили. Одного сталкера убили. Беги, пацан, беги. Капец, сожрали. Теперь сидим, ждем, пока эта стая отойдет, и берем с них припасы. Может, мне броню получше? Может, на мне какой-то плащ обычный? Так, эти ушли, кажись, и... Нет, не особо ушли. И я могу продвинуться сюда. Да нет, все по-прежнему очень плохо. Смотри, он сейчас их лутать начнет. Давайте-ка мы сходим, чтобы не пропадало добро. Сохранимся только сначала. И, в принципе, на сегодня будем завершать, а в следующей серии... Я не уверен, честно говоря, что у меня что-то хорошее получится. Я не уверен, что я буду попадать из этой снайперки со своим умением. Но попробовать стоит сходить к наемникам, а если нет, то в отказ пойти просто. Так, хорошо, азим откуда-то туда. Вот.
USP-шка крутая. Так, то дальше. Где-то вот тут вот поле брани. Жуть какая. Прости, пацан, мне это более нужно, чем тебе. Оружие ваше где? Сейчас что-то будет, по-моему, оттуда он идет, да? Так, два. Себе брать особо нечего. Собака. Давайте-ка нафиг уходить, пока мы тут жадность это у нас погубит. В принципе, еще неплохо отработались. Тяжеловато, конечно, стало. Но, как видите, просто нужно попасть в струю, и после этого жить тут будет полегче, да? Теперь у нас вполне себе уже такой опасный человечек. Так, выдохся, выдохся. Может, у меня перелом какой-то? Или воспаление какое-нибудь? Сейчас, сейчас, сейчас передохнешь, не волнуйся. Или, может, он не выспался? Вот и гадай теперь. Кстати говоря, вы мне в комментариях будете писать, что это такое, в следующей серии. Ну, здорово! Не увидите результат. Какими судьбами на нашу посудину? Буду писать сразу после этой, и поэтому... Я-то уже буду знать к тому моменту, прочитаю комментарии, но серия уже будет предзаписана, поэтому не удивляйтесь. Так, хорошо, что мы себе подобрали? Ух ты, блин, это лучше. А патроны к ней подойдут какие? Состояние, конечно, так себе. Но можно же починить. Пернач. Пернач, точность повыше моего, да? Удобство получше. Качество нормальное у него. Так, хорошо, где-то куда-то подевался пистолетик. Берем. Тут берем. Патроны к тебе тоже, потому что они нам никогда не пригодятся, я так чувствую. Так, подожди. Хорошо. Это у нас 7.62 мм. Снайперский патрон. Это для тебя. Блин, может с этой пушкой остаться? Она очень крутая. Что-то я даже сомневался. Жареная рука. Это я ставлю себе покушать. Рука с норка все-таки. Стопа с норка. Кто этим занимается вообще? Журнал «Русский плейбой». Тебя нафиг. Блин, чисто из-за того, что качество плохое, это постоянно будет клинить. Поэтому лучше я СВУ, наверное, оставлю. Так, ну вроде все порешали. Патроны к тебе. Так, для этого патрона у нас такие, для этого такие. Вот. Это для чего? Для чего? Убираем. 100 рублей. Ну и в принципе что? Давайте. Зачем нам два таких? Нам одного хватит. Давайте продадим. Посмотрим какую броню. Вот это сколько стоит? 84 тысячи. Но это и броня, соответственно, очень крутая. Так, рюкзак. Да, интересно ставить. Сложно сказать. Маска пусть будет моя. Что-то у него по одежде не особо богато. В принципе, это то же самое, что у меня практически. Профессиональный набор ремонта брони. Офигеть. Тряпичная маска. Чего только нет. Слушайте, а вот этот бензин, он для чего?
взрывоопасно, технологичный. Машина тут интересная есть в этой модификации, нет? Так, ну ладно, в принципе, денег заработали. И пока. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда на месте. Никуда не уплывет. Отлично. Ну и что, давайте на этом заканчивать. В следующей серии пойдем к наемникам, попробуем украсть у них FPDA. Заодно повоюем, поумираем и, возможно, поубиваем их, потому что со снайперки можно убивать неплохо, я думаю. Блин, мне маленько встали на ноги, мне это нравится. Спасибо, что смотрели. По-моему, игра с каждой серии становится все только интереснее. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.